Счастье, наверное. Для близких, для себя, для родных, для любимой дочки. Не очень хорошим. Денег не хватает, пенсия маленькая, уже пенсию съели, а впереди еще жить-то жить. Еще жить-то жить. Ждем социальный хлеб, и то дают по булке, то так и. Ничего хорошего. Все пойдешь, все дорого, ничего не купишь. А что-то пенсия ты тут так. Как обычно, не очень торжественно. Надежда есть, чтобы был мир. Всегда с хорошим Пасху встречаешь. Хотелось бы какой-то там концертик, каких-то звезд сюда побольше. Какую-то ярмарочку, бесплатных пасочек. На мир надежда есть, на хорошую жизнь. Можно сказать, хорошая. Завтра будем Пасхи пекти. Надежды. Ну, надежда, чтобы было намного лучше, чем у нас есть. И чтобы все это успокоилось и не было войны. Все дорожает, а у нас зарплата, а пенсия. Нечего зарплаты, а себе нема и ничего. Вот. Хочу, чтобы лучше было нам. Чтобы главное было мирное небо, самое главное. А все остальное будет. На будущее всегда есть надежда. То может, наконец-то что-то уже придет нормальное. Может, правительство сменится у нас. Придут люди, которые будут относиться нормально к людям, а не так, как сейчас. С отличным настроением Пасху встречаем. Но хотелось бы, чтобы мир и покой в конце концов восторжествовал. Когда-то, чтобы наступило это спокойствие. Самое главное – мир. И дети, чтобы почувствовали наконец-то, что у нас все, закончилась вот эта вот вся война и все остальное. Ну, во-первых, природа оживает и расцветает. Ну, тоже в душе так все приятно. Ну, а что я буду скучать и грустить? Вот, вот зуб ставил, много денег потратил. Теперь мы экономили понемножку. Не, на этот праздник мы не питаем надежды. Мы питаем надежды на возрождение Украины. Весна, солнце. В общем-то, Пасха. Выходные.